Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. По законам Советского Союза это не предусмотрено. Причем здесь Советский Союз? Как причем? Мы передвигаемся по территории Советского Союза. Российской Федерации. Да, документик предоставьте. Каким образом у Российской Федерации появилась территория? Кто ее передал? Кто сдал в аренду? Кто подписал о территории Советского Союза? Ничего подобного. Это государственный вопрос. Вы служите в каких органах? Государственных. Вы можете это подтвердить? Существуют правила дорожного движения. Правила, но не закон, который никто не утвердил. Правила Российской Федерации, ПДД, утверждены постановлением правительства Российской Федерации за номером 1090 Черномырдином. Правильно? Правильно. Кто утвердил постановление правительства Российской Федерации? Само правительство кто утвердил? Борис Николаевич Ельцин в 1993 году. Кто выбирал президентом Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина в 93 году? Никто. Это самоназванный. А вот так вот. С 91 по 93 год его никто не избирал президентом Российской Федерации. Он был президентом РСФСР, но не Российской Федерации. У вас есть полномочия проверять граждан СССР на территории СССР? Давайте, я знакомлюсь с ними. Я гражданин Советского Союза. Я передвигаюсь по территории Советского Союза. Вы-то что здесь делаете? Не то слово интересно. У вас есть полномочия вообще? Давайте, подтверждайте. Я хочу с ними ознакомиться. Вот мой паспорт гражданина Советского Союза. Кстати говоря, МАЗ регистрирует сразу видеозапись и идет сразу на YouTube трансляция. В прямом эфире на серверах, а потом туда. Так что вы будете героем YouTube, если вы что-то скажете не так. Я пока не вижу подтверждения ваших полномочий. Вот у меня есть паспорт гражданина Советского Союза со всеми положенными регалиями. Дата выдачи 11 февраля 2017 года. Это сотрудники ГИБДД смотрели зимой, еще весной, когда снежинки капали. Вот моя фотография. Вот моя прописка. Обратите внимание. СССР. Нет никакой Российской Федерации. Это не государство. Это виртуальный субъект права. Ну как насчет полномочий-то? Хочу ознакомиться. Удачи вам, здоровья. Товарищ инспектор. Будьте добры, почитайте листовочку, вы поймете, где вы, что вы и как. Возьмите, почитайте. Нет никакой Российской Федерации, вы служите в частной коммерческой структуре. Вы не в государственных органах служите. Здоровья, всего хорошего вам.